Я вас приветствую, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour. С вами Бляр, и наконец-таки мы уходим с вами в топ реплеи. Да, почти закончилась мировая серия 2019 года, уже победитель известен, лишь осталось там определить, кто будет третий, а кто четвертый. И, ребята, на ваших глазах Фарго, который сыграет за США в ВВС, и его соперником будет Ролл. Китай, ядерное оружие. Уже закончили свое шествие мировой серии. Ролл вылетел в 1/8, а Фарго вылетел в 1/4 раунда. Вот, дорогие друзья. Ну что ж, теперь ребята будут готовить, показывать нам супер... Готовиться. Будут нам показывать супер бои и готовиться, естественно, уже к серии мировой 2020 года. Есть к чему подготовиться, между прочим. Ну что ж, со старта выдвинутый ресурсный центр. Кстати, карта достаточно интересная. Frozen Ruins она называется. То есть, типа, зимние руины, да, или руины, зима в руинах. Как-то так это переводится, вот. И карта интересная, ресурсов здесь много. То есть, раз на мейне ресурсный центр. Здесь и снизу еще раскиданные коробки. Их очень много. Сверху есть вышка. Также есть еще коробочки, такие одиночные валяются, да. Ну, на самом деле, юсы очень удобно их добывать, собирать. В центре есть раскиданные коробочки, есть такие интересные миниатюрные штучки стоят. Танки, ну, типа нам показывают, что это руины, да. Реально зимний прям символ карты в центре. Да, здесь еще одни коробочки раскиданные. Снизу есть также одна коробочка. Есть... здание, которое нужно перехватывать, ремонтные, и гаубицы. Все то же самое у другого игрока. Так, ну что, дорогие друзья, пуш от ядера в никуда ушел. Зачем-то дозер, непонятно, сливаться. Ну и здесь, как мы видим, батлмастеры ядерные пошли сверху. Поставил один фаербейс, здесь аэр. Кстати, данные карты играются же самих с момента начатия World Series, поэтому данные карты, в принципе, интересны и будут чаще, я думаю, играться. Эту карту создал Джунди. Я думаю, что некоторые его знают, он и по сей день играет, вот, и карта реально вышла очень интересная. Ну и знаете, раз карта была выбрана в мировую серию, значит она достойна. Так, неплохо, и гатлинги миксуют, посмотрите, ролл, и боевые мастера боя ядерные миксуют. И все же один гатлинг под фаербейс сейчас зашел, а ядер начал, в принципе, раз суплай, два суплай в центре. И сейчас третий ставят, но в один, нет, в два военных завода все-таки. Да, поэтому отсюда и бешеный спам. Я бы сказал, что карта, она в принципе не маленькая, но она просто широкая. То есть ядеру здесь до аэра идти не так далеко. Причем, если взять то, что он заводы поставил, выдвинутый, сразу занял центр, да. И вот гатлинг один под ресурсный центр сейчас неприятно заходит. Поэтому Фаргу пришлось за американца здесь играть просто в ускоренном темпе. Быстрее спамить, спамить, спамить. Этот пуш, конечно же, отбивать. Еще один батлмастер идет. Очень такой, если заедет, конечно, в пачку, Хамви будет злорастный. Но нет, здесь ракетчики, ну, два ракетчика минус, слушайте, хоть что-то заминусовал. Да, действительно, когда Хамви воюют с батлмастерами, нужно высаживать ракетчиков, потому что такой злой пацан может выбить реально полностью хаммер, если близко к ним приблизиться. Либо играть на отходе, либо просто высаживать ракетчиков и не рисковать. Вот как сейчас делают Фаргу, например. И даже остался без потерь. Нет, ракетчик все-таки потерялся. Чисто одними сейчас батлмастерами ядерными идет Тау ядерный у нас, да. И Грэнджер остается лишь только отбиваться. Генерал ВВС воюет чисто наземкой. Но против китайцев идти в воздух, конечно, это совсем немыслимая идея. Поэтому приходится играть так. И против ядера, в принципе, ядер он хорош. От карты очень много зависит. На самом деле, очень много зависит от карты. Если карта слишком просторная, то, в принципе, аэру играть проще. Потому что он успевает. Он успевает. Ну, просторно в каком смысле? Если ваш соперник находится подальше от вас, то аэру успевает развиться, да? Успевает даже первый пойти в атаку. Если карта немножко такая вот, она вроде и просторная, но ребята друг друга очень плотно находятся практически, да? Вот здесь уже база начинается. То здесь все-таки у ядера хорошие шансы, я считаю, имеется. Вот то, что сейчас показывают роли, уже пошли ЕЦМ-ки. Назвал его роли, на самом деле ему не нравится, когда его называют роли, на форуме я читал. Это ролл никнейм, то есть это небольшая И в конце, это маленькая Л, как я узнал. Но узнал уже давно, стратегический центр и стратегия Search and Destroy у Аэра добился.
Айрит играет два своих ресурса, ему этого хватает, да. Ну и знаете, Фарго здесь очень хорошо все законтролировал, между прочим. Поэтому смог сейчас уже более-менее как живучую игру показывать. Потому что, смотрите, ну все, да, пошел уже застраиваться. Здесь, правда, оверлорды. Оверлорды, оверлорд зашел какой неприятный. Нет, два хамви все-таки выживают, жесть. И пошел вперед, американец. Минус раз сапалтрак, минус два сапалтрак. Еще один оверлорд выходит. Все ребята высаживаются. Ну а как еще? И минус быстрые ракечки. Да, красиво пали. Вот оверлорды ядерные, это просто самое страшное, что может сейчас видеть американец. Они потому что еще и быстрые. Они и взрываются, дорогие друзья, да. Не знаю, если другие... Китайцы могут применять, допустим, о, какой дозер стоит, применять миги, да, ну и то миги как бы, такое дело нужно очень хорошо уметь играть, то ядеру достаточно просто спамить оверлорда, не нужно выходить ни в какие миги. Но в миги немножко бесполезно выходить, пока нету ядерной ракеты. Опа, томагавки пошли, потому что когда появляется у ядера ядерная ракета, он делает уже апгрейд ядерный на миги. Да, миги начинают нормально дамажить, а да, есть смысл их строить. Бартон здесь на поле боя, тут как тут. Так, минировать военный завод. Так, точно, два оверлорда, три оверлорда и ЦМ. Разведку Фаргу по карте. Да, мина была поставлена, заметил это, естественно, Ролл. Продает свой военный завод. Причем в таком месте отстроил. Интересно. Ну, карта сама по себе здесь. Рельеф достаточно неровный, поэтому можно прятать. Действительно, можно прятать здание, как это сделал, например, Ролл. Здесь, кстати, коробочки еще есть, ничего себе. Только сейчас заметил, офигеть. Так, ну, ядер здесь рядышком катается с американской базы. Командный центр Фаргу отстраивает. Командный центр также отстраивает Тау ядерный. То есть, ребята, по повышениям, возможно, не так далеки друг от друга. Лотос тут отменила военный завод. Нужно сразу, конечно же, отстраивать новый. Три оверлорда пачка, на них еще и на двух гатлинге есть. Это очень хорошая штука. Еще оверлорд, аванпост, ЕЦМ-ка. Если сейчас сгруппируется китаец, ох, будет страдать американец. Так, как раз таки на центр пропаганды. Теперь точно спален. Можно, кстати, наверное, бить. Ну, тут сейчас не получится бить с холма, потому что погоня пошла. Понятно, Ролл понимает, что может потерять пропаганду. И поэтому погнался дальше. Томагавк, он... Пускай не так сильно дамажит здесь по оверлордам, но вот ЕЦМ-ки могут страдать вполне. Так, еще группа подошла. Пытается сейчас в ловушку завести ядерные оверлорды. И ковровочка по своему заводу. Ошибка какая сейчас от Фарго. Пытался выбить здесь войска ядерного генерала. Тут вроде бы и ракетчики немножко справляются. Минус второй оверлорд есть. Но вот ковровка была пущенная вообще в минус себе. Такое ощущение, что сейчас просто взял, Ролл перехватил командный центр американца. Даже не командный центр, а стратегический центр. Коровка стратегического центра идет. И просто пустил по заводу. Жесть. Но здесь много очень потерял китаец. Американец также потерял, но американец отбился. Несмотря на неудачную ковровку. И сейчас вышку захватывает себе Ролл. На карте же еще были. Ну, то есть позиции есть. А, ну вышка вот еще. Нет? Вот еще вышка. А, вот для чего Хаммер-то дежурит с дроном. А, ждет Лотоса. Да уж, ну вроде бы как и с такой неудачной попыткой, да. То есть Фаргу понятно куда целился, но попал по своему заводу. А, все-таки живет нормально, потому что китаец заставил отойти. Правда, китаец все еще с хорошей экономикой сидит. У него тут 7200 на счету, у Фаргу 1400. Хорошо, так, что по базам? Опа, как раз таки аэрофилд отстраивается. Аэрофилд, но... И ядерка одновременно, вот! Я только хотел сказать, ну в чем смысл аэрофилд без ядерки? И начал искать сразу на карте ядерку, потому что смысл без нее строить. И вот она, кстати, сразу же от Ролла строится, ядерное оружие. Интересно. Так, дефицит здесь американец. Фаргу, на самом деле-то, если вот так брать чисто по игрокам, то, конечно, выше немножко уровнем, чем Ролл. Но, как мы видим, вообще Ролл, на самом деле, я его еще помню таким нубоватым игроком. То есть, он реально за короткие, в принципе, сроки, да,
поднял свою скиллуху, сейчас показывает достаточно неплохие игры. Вообще, даже показывал в мировой серии неплохие игры, да? Ну и сейчас вот он с Фарго очень достойно играет. Первый миг. Минус Филдс, знает, куда пить Фарго. Увидел счетчик ядерной ракеты и понял, что где-то будет Филд. Сразу же его уничтожает. Ах, как хорошо артиллерийскую платформу перехватила здесь Черный Лотос. Нет, не Черный Лотос, Рейнджер перехватил Фарго. Лотос-то тут стоит. Как раз таки ей нужно назад перехватывать, но она что-то тупит. Войска немножко в ловушку попали. Да, пошла Лотос перехватывать. Здесь просто дежурил Хамви, которому пришлось отъехать именно этого ролл и ждал. И посмотрите, прошел здесь все-таки Хамви. Сейчас уничтожается ресурсный центр и непонятно чем. Неужели мигами? Да нет, что здесь? Такое ощущение, что тут было уничтожено. Может быть... Нет, не реактор. Так, ну окей. В любом случае теряет они ресурсный центр. Сейчас ролл заставляет Фарго его вернуться на базу своими оверлордами. Группа, кстати, очень хорошая. Аж целых 4 оверлорда и 2 ИЦМки. Да, ну и здесь уже 2 томагавка. Опять же насаживается Хамви. Очень-очень ожесточенная. Настоящим образом сейчас холодная война затягивается. Хотя, с другой стороны, ресурсов реально на этой карте много со старта дается. И поэтому уже 12 минут позади. Опа! Бьет сейчас просто в наглую Барт на саплай. Подходить боится все-таки. Опа, миги! Да, это были, значит, миги. Он еще в прошлом ударил. Очень долго держится радиация. Минус был сейчас Бартон. Также миги, значит, ударили по Хаммеру. И именно потом решил своим повышением здесь ударить Фаргу. Такой момент, дорогие друзья. Вроде бы война-то и холодная, но денег-то много еще на карте. Еще в вышку забрался Фаргу. Да, радиация очень долго держится. Так, вторичная экономика пошла уже от американца. Даже аж 2 целых дроп-зоны. И ковровочка боевой чинук! Он выживает! Вот такого я не видел! Батлчин! Целую ковровку на себя принял! И каленый выживает! Нужен Фил, чтобы его чинить. Других способов здесь нету. Жесть какая-то. И арт-удар. Ну, конечно, я думаю, что просто попал везением роллу. Не знал, что он будет батлчин. Минус электростанция, но это было очень красиво. Это было очень красиво. Я даже не знаю, где здесь Филд вылепить. Американцы ему далеко не до этого. Идет аж целых 5 оверлордов на базу Айра. Ой, Грейнджеру нужно отбиваться. Какая прекрасная ковровка ложится. Минус. Минус 2 оверлорда. И 2 ИЦМки. Или тут Гатлинг был. Да, просто блестяще. Нет, тут ИЦМка была. Просто блестяще. Сейчас. Вот сейчас ковровка реально зашла. Но ядерные миги уже с апгрейдом. Посмотрите, как все разлетается. Правда, нет, не выживать, но магавки просто жесть. И скоро еще будет залп ядерного оружия. Так, ну проходит вроде бы здесь. Сейчас реально большие проблемы у Фарго. Командному центру и спектр ганшип. Есть повышение. Товарищ генерал Грейнджер. Фарго сейчас все свои повышения использует, чтобы отбиваться. Остается всего лишь один оверлорд. Но теперь я думаю, что не проблема. Должна быть его... Ну хотя как. Любой оверлорд это большая проблема, которая зайдет на базу. Причем база реально в руинах. Есть здесь, да, батлчин. Придется высадить ракетчиков, чтобы пойти в погоню. Распродается военный завод. Ну такую невероятную сейчас атаку отбил Фаргу. Просто жесть. Так, полетели куда-то мины. Куда полетели мины? Вот в чем вопрос. Или новый боевой чинук выйдет? Вот чего ждет-то? Так, оверлорд. А, за ним уже ракетчики. Да, это разведка просто кинулась. Как разведки применил сейчас мины. И каленый оверлорд просто отошел. Ракетчики за ним в погоню. Но отбился невероятно сейчас Фаргу на самом деле. Ага, миги пошли ловить ракетчиков. Ой, как неприятно здесь. Еще и радиация дамажит немножко. Так, оверлорд возвращается в бой. Какой наглый перехват. Лол, просто посмотрите, что делать с этим рейнджером. Ну, здесь, да, будет защищаться, естественно, миг. Причем экономика-то у Фарго есть. У него 6к флуата. Вы посмотрите, у него 2 вышки. У Ролла 7700 флуата. Тоже большая экономика. Он здесь уже с другой части центра добывает. Здесь все добыл. То есть, мне кажется, что американец косячит в том, что он постоянно дает своему сопернику добывать. Но с такими флуатами делай хоть 3 батлчина, господи. Да спам туда пехоту и лети.
Чего Фарго-то ждет? Он понимает, что китаец будет спамить. Он будет спамить, спамить, спамить. Столько денег имеет на карте, но сам Фарго пока фаербейсами только. Ну вот, все-таки есть филда. Строится для того, чтобы починить боевой автобус. Пожалел немножко денег все-таки Фарго. Так, опять пошла ковровка. Здесь еще группа оверлордов. Наверное, на стратегический центр. И ресурсный центр. Так, точно. Так, стратег центра минус. Здесь же пытаются ракетчики принять оверлорды. И удар ядерной ракетой. По военному заводу. Удар ядерной ракетой. Здесь томагавка, еще и ракетчики. Ой, даже меж... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как красиво плюхнул, конечно, тут ролл. И минус казарма, и минус военный завод. Пятый ранг. Ай, мимо. И тут же листовки полетели. Оу, минус два оверлорда и боевой. Чинук просто мастерски работает, но хватит ли ему? Нет, не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило, плюс миги помогают. Вот если бы еще этот чинук, точнее этот оверлорд заморозил, было бы вообще красочно просто. Но не получилось. Да, сейчас оверлорд работает. А, 10! Минус оверлорд, минус ЕЦМ. Всячески отбивается американец всем, чем можно. Осталось здесь два оверлорда. Центр, кстати, в центр суплай отменили. Я что-то и не понял, как. Может быть, повышение, может быть... Опять же, где-то бегал Бартон. Так, перехватывают вышку обратно американец. Летают миги. Бьют в казарму. Спектр ганшип. Бьет по оверлордам. И минус два оверлорда будет с ЕЦМ. Да. Прекрасно Фарго отбивается. Нет, не добил последний оверлорд. Лор успел... Ролл успел улизнуть. Боже, просто тоненько отбивается. Экономика-то имеется. 3800. На счету Ролла. 9550. Ой, как флуатит. Мог бы еще хоть две ядерки влепить. На самом деле сейчас китаец. Но очень сильно и сильно флуатит. Да, командный центр сейчас под обстрелом. Две казармы аж целых приходится ставить Фаргу для того, чтобы наводить лазерлоки. Боже, какая прекрасная игра. Сколько ядер нападает. И как красочно Айр отбивается. Но здесь уже без оверлордов играет Ролл. Ну, черный лотос подбегает неприятно. Много еще ракетчиков от Фарго. Фарго держится просто мастерски. Пошел арт-удар. За исключением, конечно, первой самой ковровки Фарго. Там было не очень. По казарме и фаербейсу ничего не минусуется. Слабый арт-удар. Даже оверлорд отходит с гатлингом. Хотя в поддержку боятся эту пачку. На ракетчике полностью. Ну, апгрейда лишь нету на то, чтобы... Ой-ой-ой, как разбирается миги. Нету апгрейда на то, чтобы юниты получали быстрее опыт, да. Но он дорогой, 4К этот апгрейд. Все, Фаргу 25 баксов, все потратил абсолютно. Ролл 6300 и сдается, дорогие друзья, Айр. Эйр в этой битве, да. Прекрасно, как по мне, получилось сражение. Сколько выдерживал сейчас, конечно, ВВСник. И как наседал. Ядерный Тау в лице Ролла. Молодец, Ролл красиво затащил. Несмотря на то, что все говорят, что типа Айр там сильнее и так далее. Но я считаю, друзья, все от карты зависит. Я считаю, что данная карта ядеру очень сильно помогла. Ну и, конечно, зависит от того, как со старта ребята идут играть. Какой билд старта. То есть Ролл угадал, Фаргу немножко... Ну, Фаргу сыграл стандарт. Фаргу сыграл стандарт и все-таки со временем смог ядерный генерал это использовать. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.